Россия ввела запрет на поставки молока и молочных продуктов с Украины. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в этих товарах остатки запрещенных и вредных веществ, например, антибиотики, соли тяжелых металлов, патогенные микроорганизмы. Также ограничивается ввоз любой украинской растительной продукции в багаже и ручной клади. Это касается картофеля и саженцев плодовых и декоративных культур. Не исключено, что в черный список Россельхознадзора попадут все продукты, произведенные на Украине. Наши украинские коллеги, как это ни парадоксально, они не отвечают на наше предложение о проведении срочных переговоров, консультаций, которые могут уже переформатировать наши отношения с учетом новых сложившихся реалий. А без таких консультаций в одностороннем порядке мы не можем сделать ничего. И в этом случае, если ничего не будет упорядочено, если не будут приняты совместные решения, конечно, возможна приостановка всех поставок продовольствия. С завтрашнего дня российская санитарная служба приостанавливает ввоз в страну овощных, фруктовых и рыбных консервов с Украины.